Заходите. Я опять к вам, доктор. У меня болит и чешется мифическая точка. Добрый день, фройлен Клара. Проходите. Какая вы говорите точка? Мифическая. Доктор, вы не могли бы взглянуть? Нет, это к терапевту. Вы же должны знать, что в психиатрии не принято прикасаться и разглядывать тело пациента. Ну, доктор, ну, пожалуйста. Я вам выпишу направление. Дело в том, доктор, что эта точка появляется только когда я думаю о вас. Интересно. Любопытно. Ну, давайте посмотрим. Вот она, эта точка. Но это отверстие слишком маленькое, мне ничего не видно. Доктор Фрейд, я скромная девушка, а не какая-нибудь там дама полусвета. Я не могу показать вам больше. Но мне так ничего не видно. Если вы хотите, чтобы я вас осмотрел, вам необходимо показать мне больше. Вы настаиваете? Настаиваю. Вы домогаетесь меня? Вы любите меня. Ой, как же я сразу не догадалась. Мундик, как давно я этого ждала. Клара, вы слишком взволнованы. Дейзи, вам необходимо успокоиться. 5. Крепкий сон вернет вам силы. 0. Вы спите. Сексуальным отклонением можно считать только полное отсутствие секса. Все остальное – дело вкуса.